Эй-эй-эй-эй-эй, тетя, ты мне не нравишься, умри давай! Смотрите, что-то бомбочка на нее не особо подействовала, давайте шаманом очканем, эх, и огненного там немножко подмочили, давайте его заморозим еще. Смотрите, да что ж такое-то, она идет, у нее жизни еще сколько. Давайте, давайте, покупаем динозавров всех, каких только можно, быстрее! Тетя приближается, смотрите, к кусту уже. К нашему, ай, стегозавра замочила с одного удара. Да, вот, блин, что за дела-то, бомбочку тебе на! Привет, ребята, с вами Мобик, и сейчас мы будем играть в игру, которая называется Dino Bash. В прошлой серии мы прошли 22 уровень, и сейчас переходим на 23, но прежде чем начать, давайте зайдем в магазинчик и посмотрим, что мы можем улучшить. Аж на целых 2134 монетки. Яйцо, кусака, нет, давайте посмотрим снаряды. Снаряды мы не можем улучшить. Ох ты, ребята, смотрите, какое-то радужное счастье, стоит 6 бриллиантиков. Еще один бриллиантик, и можно будет купить, наверное, это счастье. Не знаю, что за счастье такое. Так, ну что ж. Давайте посмотрим еще динозавриков. Можем, в принципе, ребята, улучшить трицера. Давайте, наверное, его улучшим. Эх, что-то не нажимается. Вот, нажалось кое-как. 1800 монеток стоит. И он будет улучшаться одну минуту. Ну ладно, давайте тогда отправляемся пока с предыдущей версии трицера. Время швыряться, ребята, на этом уровне у нас не будет динозавров, у нас будут только камни. Так, вот смотрите, бегут первые чувачочки, и давайте камешек скинем на шамана, на тебе! Глаза крестиком, помер. Так, у нас есть, ребята, аж две шрапнельки, этого давайте пока заморозим, пока он бежит в сторону яйца. Да что ж такое-то, стой! Стой, мне надо, чтобы подбежали те мужички, и я бы скинул бомбочку, взорвал, да что ж такое-то, вот неугомонный бежит впереди всех, а? Последняя волна уже, да как так? Так, давайте скинем шрапнелечку на толпу на эту. Да что ж ты такой-то, а, умри. Вот, все, замочили мы самого первого, который бежал. И шрапнелью добили остальных. И так я понимаю, ребята, что это последний у нас тут бежит. Эх, нет, там сзади него еще копьеносцы. Смотрите, вон копье вылезло. Так, да что ж такое-то, умри уже. Ай-яй-яй-яй-яй, еще один раз надо на него что-нибудь скинуть. У нас тут толпа приближается, да что ж такое, на тебе камушек, раздолбил наш куст, а? Вот, блин, редиска, на тебе заморозочку. На шипах, смотрите, у нее жизнь потихоньку отнимается. Да, ну что ж, еще последние два человечка остались, а? Так, так, гаденыш, стой! Стой, смотрите, приближается к яйцу, ребята, да что ж с тобой делать-то? Шрапнель кинем. Последнего замочили, эх, он два раза ударил по нашему яйцу, ребята. Вот гаденыш, а, добежал все-таки до яйца. Ни разу до яйца не добегал никто, а тут, смотрите, аж два раза долбануло, оно аж треснуло. Да, ребята, ну что ж, у нас опять же 2000 монеток, трицер, обучение завершено. Посмотрим, какие улучшалки появились у нас на трицере. Давайте не будем ничего улучшать, будем копить. Отправляемся на какой это получается, 24 уровень, ребята. Итак, где же вы, людишки? Появляются огненные троглодиты. Ребята, наверное, знаете, что если слишком много будет огненных троглодитов, мы, наверное, запустим нашу ледяную метель, и она сразу у всех потушит пламя за раз. Чтобы не скидывать на каждого по булыжничку, лучше всех за раз потушить, чтобы они не мочили наших динозавриков. Итак, скидываю шапельку. Да, взорвались у нас все, и огненный взорвался. Вместе со скрытой бомбой они так рванули, что ж замочилось у нас два человека. Так, ну что ж, мы пока получаем яблоню, смотрите. Пусть они бегут пока. Вот, всего один. Ну и где ваши огненные троглодиты? Один всего. Вот, давайте приближайтесь, а мы запустим на вас супервалун. Давно не пользовался супервалуном, по-моему, один раз я его всего использовал. И шамана придавило. Все, всех задавило, мы пока собираем яблочки. Вот, ребята, валуны, вот эти супервалуны, они крутые, когда нужно подкопить яблок на улучшение яблони, вот это прям вообще нормально. Пусть они до самого яйца добегают, а мы потом сбрасываем на них супервалун, и все у нас вообще. Так, вот смотрите, мы накопили еще 45 яблок, и давайте улучшим еще разок яблоню, чтоб уж наверняка. Сейчас мы будем покупать динозавров такими кучами, что, блин, людишки эти будут помирать прям пачками. Так, вот давайте покупаем первых динозавриков, пусть пока они приближаются, подбегают. Еще чуть-чуть, вот первый у нас плювик и раптор бегут.
Раптор, смотрите, он быстрее Плювика, или Плювик остановился на расстоянии. Так, ну давай, Рэмбочка, эх, мы взорвали кого-то, Рэмбо у нас помер, что-то уж больно рано, может мы Рэмбо тоже взорвали, хотя не должны были. Так, шаманчик, на тебе, заморозочкой получил. Так, что, все, динозавры кончились, что ли? Ай-яй-яй-яй-яй, чувачок бежит. Ох ты, ребята, смотрите, у нашего трицера теперь броня в виде вот этих водорослей, теперь на задних лапах еще. Вот у нас второй трицер подходит. Огненный, на тебе, взорвись! Эх, еще чуть-чуть, да что ж такое-то? Вот они огненные, давайте их заморозим метелью! Иначе мы их задолбаемся закидывать просто. Фу, ну что, кто-то помер, кто-то не помер. Тут Рэмбо сейчас у нас замочит этих замороженных, отмороженных. Так вот, Рэмбо вообще молодец. Ага, тут у нас, смотрите, одни бронированные с дубинами бегут. Давайте заморозим тебя, самого первого. Так, бомбочку что ли скинуть на вас всех, а? Или шрапнельку уж? Давайте бомбочку сначала! Есть! Ну, никто не помер. Чё-то как-то никто не помер. Покупаем динозавров, покупаем, покупаем! Покупаем трицера, плювика, раптора. Смотрите, какую кучу мы купили. Так, Рэмбо у нас первого замочил, и все. А этого мы добили ледышкой. Так, шрапнелька! И первые динозаврики у нас прибежали. Да, водоросли, это, конечно, прикол. Так, ну что ж, умри уже, бронированный с дубиной чувак. Новый динозавр Стега. Стегозавр типа, что ли, Стега. Смотрите, он где-то там идет, ни головы, ничего не видать. Ты где, покажись хоть. Смотрите, какой пучеглазый, прикольный чувачок. Что ты делаешь у нас? Ох ты, смотрите, он какие-то штуки кидает, непонятные, зеленые камни. Да, вот этот динозавр прикольный. Смотри, какая дальность у него. Да, мы теперь, наверное, всегда будем покупать этого динозаврика. Точнее, всегда его брать с собой. Да, но придется нам избавиться еще от какого-то динозавра. Итак, ребята, мы прошли этот уровень. Стега бросает смертельные снаряды, но здоровья не так много. Так, ну что ж, динозаврик у нас открыт. Ох ты, ребята, смотрите, это у нас Рокки какой-то. Злобный двойник Рэмбо бесстрашно врывается в бой. Но стоит 22 бриллиантика, и это печалька, нету у нас только. Нету столько, да, еще один бриллиантик, и мы, наверное, купим эту радужную штуку, не помню, как она называется. Радужное кто-то там, радужное счастье, по-моему. Так, ну что ж, у нас есть 4000 монеток, давайте, наверное, улучшим Рэмбо. Ох ты, аж 1.5 минуты улучшения Рэмбо у нас будет проходить. Да. И что, и давайте, наверное, улучшим яйцо за 1000 монеток, потому что у нас все-таки один редиска добрался до яйца. Еще бы чуть он бы его раздолбил, я не знаю, сколько ударов еще ему оставалось нанести нашему яйцу. Так, ребята, ну что ж, ох ты, вот здесь-то нам нужно выбрать сейчас динозаврика. Кого мы с собой не возьмем? Давайте, наверное, раптора уберем, а стегозаврика добавим. У нас теперь плювик, и стегозавр, они как бы дальний бой, и трицер ближний бой. И еще какой-то у нас динозаврик, я не помню. А, Рэмбо ж, точно, Рэмбо. Осторожно, мне послышались какие-то жуткие крики. Дедушка Черепах, ты может старенький уже, тебе там слышится, мерещится что-то непонятное. Вот у нас бегут первые человечки. Костяной чувачок и с дубиной на тебе бомбочку. Эх, живучие какие, а. Но троих мы все-таки, троим урон нанесли. Вот, еще троих замочили шрапнелькой. Так, что же делать-то с тобой, дядя? Что же с тобой делать? Ну ладно, ты пока беги, мы давайте скинем пока ледышечку вот на этого копьеносца. А дядя у нас пока бежит, мы улучшаем давайте яблоню. Чем больше яблок, тем круче нам, потому что яблоки нужны для динозавров. Так, ну что ж, давайте первого плювика купим и скинем на этого чувачка бомбочку. На тебе! Эх, какой живучий, да что ж с тобой? Давайте опять его заморозим на этом кусте. Или кто это, плющ какой-то. И плювик сейчас нашего замочит. Не добрался он даже до куста, до нашего не смог его размочить. Так, плювик. И шрапнелька. Да, крутяк. Вот первый Рэмбо у нас бежит. Рэмбо бежит, Рэмбо бежит. Эх, троих замочил и все, и помер. Так, у нас тут шаман лекарь, а? И шаманчика заморозим, да? Глаза крестиком, это хороший знак, ребята. Значит, шаман помер. Так, ну что ж, вот пришел наш стегозаврик. Эх, палочник, смотрите, его закидывает, как бы не помер. Помер стегозавр. Ой, нашего стегозавра, прикиньте, ребята, палочник закидал, а? Давайте заморозим этого чувачка и покупаем динозавра, продолжаем. Продолжаем, бомбочка! Бомбочка, эх, один только помер. Давай, Рэмбо, добей всех остальных. Вот, и шамана даже замочил. И дальше побежал, смотрите, ребята. Еще кого-то там примочил. Да-да-да-да-да. Так, ну что ж, давайте, динозаврики. Покупаем, мочим шрапнельками.
Так, ну что ж, смотрите, сколько народу у нас, ребята, тут бежит. Что ж с вами делать-то? Трицера замочили, а? Редиски. Там где-то стегозаврика мы купили, где-то он там идет. Где же он идет? Давайте пока бомбочку скинем. Так, трицер пришел, давайте Рэмбо еще купим. Да, ребята, месиво. Вот эти палочники, это вообще, блин, они далеко кидают. Давайте их шрапнелькой замочим. Появляется огромный танк. Это у нас, что ли, огромный танк? Смотрите, какая тетя здоровая. Сколько у нее жизни это вообще. Давайте ее заморозим, пусть трицер ее мочит. Так, шаманчики тут появились, замочились, померли. Вот эта тетя реально танк. Смотрите, сколько у нее жизни. Да это ж вообще... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ребята, смотрите, она, наверное, дойдет до нашего яйца. Пойди, смотрите, да что ж такое-то, мы ее никак не можем замочить. Мы ее тут морозим, кидаем, у нас стегозаврик тут мочит ее. Так, Рэмбо, давай. Рэмбо запнулся об эту тетю, блин. А, ё-моё, смотрите, как она динозавров наших мочит. Трицера замочила с трех ударов, по-моему. Эй-эй-эй-эй-эй, тетя, ты мне не нравишься, умри давай! Смотрите, что-то бомбочка на нее не особо подействовала. Давайте шамана мочканем. Эх, и огненного там немножко подмочили. Давайте его заморозим еще. Смотрите, да что ж такое-то? Она идет, у нее жизни еще сколько. Давайте, давайте, покупаем динозавров. Всех, каких только можно, быстрее. Тетя, тетя приближается, смотрите, к кусту уже. К нашему. Ай, стегозавра замочила с одного удара. Да, блин, что за дела-то? Бомбочку тебе на! Эх, еще чуть-чуть, ребята. Да, замочили мы эту тетю. Вот это она вообще бронированная тетя была. Так, ну что ж, ледышечку на двоих скинем. Заморозитесь, нет? Эх, померли. Ну ладно, хорошо, что не добежали, ребят. Так бы это был бы полный пипец нашим динозаврам сразу. Так, мы выполнили одно задание. Уход за питомцами. Мы призвали 200 динозавров по твоему выбору, по моему, то есть выбору. Заработали 750 монеток. Еще осталось совсем чуть-чуть, и мы заработаем ледяную метель. Ох ты, и у нас опять добавилось задание уход за питомцами. Итак, ребята, давайте кого-нибудь улучшим. Кого мы можем улучшить, ребята? 3497 монеток у нас. Давайте, наверное, улучшим плювика. Опять полторы минуты он будет улучшаться. Так, ну что ж. За 800 монеток мы больше ничего не можем сделать. Эх, что это за дела? Мы что, не можем перейти на 26 уровень? Как так? Ай-яй-яй-яй, подождать 23 часа в сутки? Блин, ну это конечно да. А 26 уровень, он не активен. Нельзя через этот перекинуть. А это даже не уровень, это какая-то... Кто это? Какая-то штука непонятная. То есть получается, мы прошли 25 уровней, а вот эта вот штука с копьями, она уровнем не считается, по идее, потому что там 26 идет дальше. Эх, ребята, ну что ж, не получается у нас дальше играть. Надо сутки ждать. По-моему, ни разу такого не было в этой игре, пока я сколько вот играл. Ну ладно, все было в первый раз, что поделаешь. Ну что ж, ребята, на сегодня все. С вами был Мобик. До новых встреч. Пока-пока.